В годы войны на территории Беларуси порядка 10 тысяч населенных пунктов были уничтожены гитлеровцами и их пособниками в ходе карательных операций. Среди сожженных в Брестской области сестра Хатыни – трагически известная деревня Дремлёва Жабинковского района, которая 11 сентября 1942 года была полностью уничтожена со всеми мирными жителями и навсегда исчезла с лица земли. Мы уже более старшее поколение, мы знаем, слышали о тех же ветеранов, а вот мне очень хочется, чтобы это молодое поколение помнило об этом и никогда не повторилось то, что было именно здесь, на этой земле. В Брестском районе от рук фашистов пострадали более 40 населенных пунктов. Один из них – агрогородок Чернавчицы, часть домов, на территории которого была сожжена дотла. Именно поэтому трагическая дата уничтожения Хатыни до сих пор откликается в душах его жителей. Ежегодно у нас проходит такое мероприятие. Мы стараемся собирать общественность, собираются ученики нашей Чернавчицкой школы, чтобы почтить память погибшим. Почему мы собираемся именно на этом месте? Потому что здесь это братская могила, в которой захоронено более 500 воевавших и освобождавших Чернавчицы. Невозможно забыть, как жители деревни Хатынь сожгли в сарае, потому что это должно касаться каждого. Каждый из нас, родившись немного пораньше, мог оказаться на их месте. И нужно помнить об этом, потому что это ужасно, когда людей заживо жгут, когда людей заживо убивают, стреляют по ним автоматами. Это просто невыносимо об этом вспоминать, невыносимо об этом читать и рассказывать, но это нужно знать, чтобы другие дети могли помнить о том, какой ужас перенесли люди во время Великой Отечественной войны. Пришедшие почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к монументу «Скорбящая мать». Великая Отечественная война оставила незаживающие раны на теле белорусской земли. Невозможно вернуть загубленные жизни и уничтоженные населенные пункты. Но для того, чтобы строить будущее, важно помнить свою историю, связующую нить судеб и поколений.